Прозвучит сейчас песня, видите, вот то пианино. Оно принадлежало легендарному певцу Марку Бернесу. И сейчас прозвучит песня, стихи Якова Халемского, музыка Бориса Андреевича Макроусова «Когда поет далекий друг». Она посвящается советско-французской дружбе. И, между прочим, есть запись, где вместе с Марком Бернесом сам Ив Монтан поет по-французски. Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне, и ветки каштанов, парижских каштанов, в окно постучали ко мне. Когда поет далекий друг, теплее радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния. Когда поет хороший друг, и сокращаются большие расстояния. Когда поет хороший друг, а песня все ближе звучит и звучит над Москвой. Придумы Парижа, улыбка Парижа и голос народа живой. Когда поет опустошается студенческий карман, и сокращаются расходы на питание. Когда поет в Москве Монтан, и сокращаются расходы на питание. Когда поет в Москве Монтан, влюбленные кружатся пары, и молодость дружит с певцом, и юности вторят большие бульвары с московским садовым кольцом. Когда поет далекий друг, теплее радость не становится вокруг, и сокращаются большие расстояния. Когда поет хороший друг, и сокращаются большие расстояния. Когда поет хороший друг. Лёха, давай! Наше знакомо посланцам с далеких широт, желанная гостья России, как дома французская песня живет. Когда поет далекий друг, теплей радости становится вокруг, и сокращаются большие расстояния. Когда поет хороший друг, и сокращаются большие расстояния. Когда поет хороший друг. Давай, Гена! Когда поет в Москве Монтан, опустошается студенческий карман, и сокращаются расходы на питание. Когда поет в Москве Монтан, и сокращаются расходы на питание. Когда поет в Москве Монтан. Когда
когда идете на звачан, у вас тоже сокращаются расходы на питание, но это звачан. Итак, Алексей Жуков, баян. Геннадий Сбродов, скрипка. Почти что Страдивари. Или кого, Краснощекова? Ну, неважно. Большая скрипка. Павел Корчагин. И человек, который не проверил работу микрофона. И, видите, что-то заговорчески шепчет. Валерий Рудой. Видимо, когда оранжевую кепку сменяешь на синюю, это имеет какие-то психологические... Психологические... А тапки не синие, нет? Иногда еще есть, знаешь, такая дема, влезть в синие тапки.